Всем привет! Мы на канале Банковский, и сейчас мы поговорим про дебетовую карту Тинькофф All Games. Лучшая дебетовая карта для геймера. Ну что ж, давайте будем разбираться, почему эта карта лучшая именно для геймеров. Ну и я хочу еще сказать, что вы можете найти ссылочку на данную карту в описании к этому видео. Фишка данной карты заключается в том, что когда вы совершаете абсолютно любые покупки по данной карте, вам начисляется определенный кэшбэк, и данный кэшбэк, бонусы, вы можете потратить именно на то, что так или иначе связано с геймерством. Ну что ж, давайте разбираться будем по порядку. Во-первых, неважно, сколько вы тратите в месяц, где вы тратите, на что вы тратите, вы будете абсолютно с любых покупок получать 1%. Но если вы тратите более чем 10 тысяч рублей в месяц, тогда вам будет начисляться дополнительно повышенный кэшбэк, который будет составлять 1,5%. 1,5% вы будете получать, расплачиваясь в таких категориях, как электроника и техника, развлечения, такси, каршеринг, еще также кафе и бары. Ну и плюс также остается 1% на все остальные покупки. Эти бонусы вы можете тратить на технику, на электронику, также вы можете тратить на каких-то геймерских сайтах. Это может, например, быть Dota, также, например, Fortnite и другие. И такие магазины, например, как NVIDIA, Eldorado. То есть таких магазинов достаточно много. Ну и тратить на то, что так или иначе связано с геймерством. И, конечно, это очень и очень удобно. Плюс, помимо кэшбэка, помимо начисления этих бонусов, вы уже в рублях один раз в месяц, один раз в расчетный период будете получать 4% на остаток по счету. Но здесь есть условия. Вы должны тратить, получается, в месяц более чем 3000 рублей. Ну и тогда вы будете в рублях на вашу карту получать данный остаток по счету. Обслуживание данной карты 99 рублей в месяц, но оно не будет списываться, если у вас уже, например, есть кредит в Тинькофф, либо есть несгораемый остаток, который составляет минимум 50 тысяч рублей. То есть эта сумма должна быть всегда в течение месяца у вас на карте. То есть, скажем так, такая несгораемая сумма. Далее, снятие наличных до 500 тысяч рублей в месяц без комиссии. Переводы вы можете осуществлять до 100 тысяч рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей. Ну и, конечно, бесплатно пользоваться очень удобным мобильным приложением от Тинькофф. Ну а я напоминаю, что найти ссылочку на данную геймерскую карту вы можете в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала Банковский. До свидания.